Слава Украине, приветствую от Полонского. Друзья мои, еще одна бавовна, точнее не бавовна, а апдейт по бавовне, которая произошла вчера. И я вам рассказывал еще с утра о том, что в Мариуполе было оккупантам жарко, там куча фото, видеоматериала была с прилетами в районе аэродрома. Единственное, что не было понятно, что же именно там зацепило и кому, как говорится, было не в переливке. И вот сегодня, ну я же говорю, нет ничего тайного, что не становится рано или поздно явным. Сегодня стало уже известно о том, что под удар, под раздачу там попала система С-300В. Значит, тут еще один момент. Вчера я говорил, что по идее попала под раздачу система ПВО «Круг». Это более старая система. Но потом все-таки, видите, разобрались и сказали, что под раздачу попала С-300В. Мне трудно сказать на сегодняшний момент, скажем так, было ли там в сборе вся установка С-300, то есть там же 10 или 12, как говорится, составных целей, которые, из чего она состоит. Но в любом случае попала по пусковой, попала по радару, это уже хорошо. А что там было рядом, там несколько очагов было возгорания, соответственно, сейчас уже сказать сложно. В любом случае известно, что С-300В, что хорошо в этом попадании, что вот эта установка, ну, кроме того, что она дорогая и, будем говорить так, трудновосполнимая для рашистов, потому что иди построй новую, она еще интересна следующим. Она годится для стрельбы как по крылатым ракетам, так и по баллистике. Баллистику она, некоторые модификации С-300В сбивают на высоте 37 километров, уже до 37 километров. Ну, скажем так, это при прямых руках и при относительно, конечно, все. Есть такие, которые до 30 километров достают баллистику в высоту. В любом случае, это очень жирная цель. Такие цели раньше вышибались в основном в Крыму. Правда, я так помню, в Донецкой области тоже вышибали. В Мариуполе, вам сейчас не скажу, первый или раз шлепнули С-300. В любом случае, очень приятно. И, скажем так, фото-видеоматериал из космоса это подтверждает. Ну, там я видел, значит, собственно говоря, места горения и так далее, где эта техника стояла. Видели также остатки этой техники. Ну и, соответственно, если я сейчас еще раз найду, то я сброшу на телегу. Нет, просто поверьте мне на слово. Минус С-300 у рашистов. Очень удачный день вчера был в Мариуполе. Все будет Украина.